Друзья, всем привет! Вы на канале «Китай отучился». Меня зовут Руслан. Сегодня очередная замена дисплейного модуля. На опыт и попал нам телефон Xiaomi. Xiaomi моделька у нас 4X. Довольно редкий гость на канале. Xiaomi довольно хорошее стекло использует. Очень так его проблематично разбить. Так, что стёклышки какие-то, убрать все. Поэтому на ремонт их таскают не часто. Вытаскиваем сим-лоток. Он включен у нас, да? Да, он включенный. Включенный телефон. Так, я не знаю, чем сейчас подлезть. Наверное, ногтем попробую. Кусок рамки у нас отсутствует. Это очень плохо. Так как рамку мы на него купить, наверное, не сможем уже. Да, и как бы... смысл сейчас эту рамку покупать, если мы уже меняем дисплей. Так. Получше вроде стало. Не синит. Отстегиваем отсюда шлейф сканера отпечатка пальца. Не забываем про него. Ни в коем случае не отрываем. Потом побежим в магазин с новым этим сканером. Цвет розовый. Довольно-таки редкий. У нас здесь не так много винтов. Кстати, конструкция у них что-то похожая у всех, что у третьих, что у четвертых, наверное, даже и у пятых похожая. Этих Xiaomi Redmi. Вот эта крышка у них, мне кажется, вообще одинаковая у всех. Может, я ошибаюсь, хрен его знает. Я, честно говоря, их все-то и не разбирал, но большую часть уже разбирал. Большая часть у меня побывала. Крышку сняли. Отстегиваем аккумулятор. И нам надо отсюда извлечь плату. То есть отстегиваем шлейф тоже. Так, интересно, интересно. А второй шлейф у нас идет внизу под платой. Я вижу еще один винтик, фиксирующий плату. Вот здесь у нас тач подкидывается. И здесь кнопки боковые. Обязательно отключаем питание, не забываем. Сейчас коротим что-нибудь это. И пытаемся отсюда украсть плату. Вот так. И подняли. Здесь у нас камерочка выпендривается, фронтальная. Да, она у нас там остаться решила. И шлейф у нас там внизу еще, да, выпендривается. Мы его сейчас аккуратненько туда подлезем. Или не подлезем. Давайте, наверное, сначала попробуем аккумулятор оторвать его. Блин, вот видите, из этих лястики никогда не получается нормально оторвать аккумулятор. Сколько я не пытался. А не, вру, как-то раз у меня получилось. Они пока новые, еще нормально. Только-только они подсохли, все. Можно даже не пытаться что-то оторвать. Можно сразу брать, либо прогревать, либо вот так изопропанолом лить и снимать. Главное не пробить аккумулятор. Опять же, чтобы не бежать за новым. И чтобы он не загорелся. Кто не видел видео, как загорается аккумулятор, на ютубе посмотрите. Все, аккумулятор сняли, маленько подмяли, но не страшно, это все выпрямится. Так, теперь можем отсюда достать плату, которая, кстати говоря, сама уже выскочила. Вот это шлейф дисплейного модуля. И
я тут проливать не буду изопропанола, чтобы клей не растворился. Просто подлезу вот так вот. Мне дисплей, насколько я помню, не нужен. У меня такой уже есть в донорах. Поэтому будем делать следующее. Так, стоять. Выпал. У нас уплотнитель. Так, шлейф. Ну, это из скрина. Мешается. Оп, разобрался маленько. Не страшно. Вот видите? Изопропанол не лил, и большая часть клея осталась на дисплее. Очень хорошо. Сейчас попробуем остатки оторвать. Вот тут изопропанол попал, и остатки клея у нас остались. А изопропанол у нас попал из-под аккумулятора. Ну и тут на черном фоне, в принципе, тоже оно осталось. Не критично. Давайте сейчас зачистим. Вот этот черный герметик у нас полностью вычистить не получится. Заниматься сидеть ковырянием его у меня тоже желания нету, он нам особо не помешает. Поэтому с ума сходить я не буду. Его толщина равна там нулю, грубо говоря, поэтому он нам вообще никак не помешает. Это не сам герметик, это клеящий слой остался от герметика, который двухсторонника, извиняюсь, на котором был дисплей. И вот мне не нравится вот это вот место. Видите, да? Сейчас покажу. Вот где был удар, тут маленько у нас выпирает. Сейчас пальцы бы себе не отхерачить. Ну вот этот кусочек сейчас отсюда ликвидируем. Все. Чтобы дисплей у нас лег туда ровно. Не забываем про синюю херню, которая упала. Так. Дисплей. Первый раз вижу Xiaomi дисплей вот в такой коробке. У нас здесь два антивандальных пакета. Один под второй. И еще плюс оно в пакете все. Прям первый раз я такое вижу, чтобы Xiaomi вот так вот продавали дисплеи. И видим сразу отличие в дисплеях. Здесь у нас мягкая подложка, здесь ее нету на подсветке. Оно, кстати говоря, скажется, да, на работе дисплея. Он, скорее всего, будет продавливаться. Ну, для вас ссылка в описании, посмотрите, какая там будет подложка. Я думаю, китайцы все-таки пришлют нормальный дисплей, не такой, как у нас продается. У нас продают редкостное говно в городе. За неимением другого приходится ставить то, что предлагают. Предлагали бы другое, ставили бы другое. Но, увы, другое не предлагают. Бывает, прямо на Samsung, особенно для китайских дисплеев, настолько тонкое стекло ставят, что, блин, от малейшего прикосновения дисплей может просто треснуть. Так, что я делаю? Сижу, плату наоборот ставлю, думаю, что-то не подходит. Короче, заболтался, да? Трындю, трындю. Время идет, я трындю. Так, мне не нравится компоновка этого телефона. Вообще не нравится. 50 шлейфов, их надо все вытащить, после этого надо положить дисплей, ну, дисплей плату. Так, подключаем шлейф дисплея, подключаем шлейф боковых клавиш, шлейф тачскрина. Я этот дисплей не проверял, сейчас мы его проверим для начала, чтобы не поставить туда заведомо неисправный дисплей. Так, ничего не пыхнуло, уже хорошо. Вот, есть виброотклик, есть картинка. Мне это уже нравится. Возможно, даже будет все хорошо. Так, у нас тут изопропанол маленько потек. Powerbee Android. Все серьезно.
какой-то мусор. Скидать надо. Так, это получше будет. Так, у нас загрузился. Ого. Есть картинка, есть тач. Тач реагирует. Реагирует корректно. Верхняя шторка выезжает, яркость добавляется. Жалко, что стоит пароль. Пароль я, естественно, не знаю. Откуда мне знать? Давайте сейчас мы его вклеим и обратно соберем. Так, вот я его оторвал. Аккумулятор снял. Давайте заново шлейфа все отключаем, чтобы ничего не отрывать. У нас камеры маленько. Так, так, так. Вот эту вот синюю херню не забыть надо будет. И ну, дисплей чуть-чуть потолще, чем родной, но тем не менее довольно-таки неплохо он тут сидит. Причем я говорил, что нам остатки этого вот клея, там, который остался, нам никак не помешают. Вот мне он только сейчас снять его помешает. Снял. Здесь у нас все проклеено, здесь у нас не проклеено. Вот. Надо со старого снять скотч вот здесь и подсветку проклеить, потому что были случаи, когда вклеиваешь, а потом просто не работает. И ты сидишь, не добиваешь, в чем дело, а потом просто понимаешь, что у тебя подсветка на корпус коротит, корпус здесь металлический. Так, давайте клей нанесем. Блин, этот клей вот у нас Т7000, я им уже клею, наверное, месяца три, я не знаю, он когда-нибудь кончится. Нет, у меня лежит новый тюбик, еще не открытый, я его специально не открываю, чтобы не сох. Но вот этого я уже им клею, он собака не кончается никак. Его, конечно, надо, тут на 3 грамма на телефон, но все равно B7000 кончался намного быстрее, расход у него был больше. Так что вот найдете T7000, он и клеит лучше, и, блин, расход у него маленький, я прям балдею. Ну, стоит, конечно, чуть подороже. Единственный минус у него, да, цвет черный. На белый дисплее это там бывает по краям видно, что черный клей. Так, рамочку мы нанесли клей. Мне еще даже осталось. Еще на пару дисплеев хватит этого клея мне. Так, теперь берем новый дисплей. Вот эту херню красную мы обязательно снимаем. Очень много мне приходили телефонов после других сервисов, где эту херню не снимают. Она там красная, синяя, всякая бывает. Ее не снимают, а вопрос там, ну, лишний вот этот микрон толщины занимает. И все у нас, в принципе, село. Клей я потом буду убирать, когда он подсохнет. Сейчас надо вот эту вот синюю херню, которая выскочила, поставить. Это у нас от микрофона резиночка. Не знаю, как она называется правильно. Она направляет звук в микрофон. Вот тут вверху стоит. Поставили, не забыли. Плата теперь у нас плата. Коаксиальник. Поднимаем. Вставляем. Не так, как на Соньке. Кто Соньку не видел, тоже в профиле видео есть по Соньке. Там, блин, чтобы это поставить, надо обладать сноровкой такой, не детской. И вот шлейфик боковых клавиш у меня сваливает. Все. Так, коаксиальник, чтобы не мешался, проложили. Подключаем. Так, камера. Камера. Вернись на место. Господи, есть.
камера основная легла. Фронтальную подключаем. Давайте еще тачскрин. Тачскрин подключили. Боковые клавиши подключили. Теперь дисплей подключаем. На дисплее у нас отсутствует клеевая основа на шлейфе. Не знаю, с чем это связано. На таче там также не было клеевой основы. Ну так, примерно раскладываем. Болт, который у нас фиксировал плату, не забываем вернуть на место. А аккумулятор клеить я клей не буду носить. Вот здесь клей, который у нас был, мы его на изопропанолили, и он теперь как бы подсох и опять клеится. Аккумулятор у нас будет на том же клею. Так, весь палец херачил клеем, потому что клея не пожалел. Налил от души клея. Давайте пока его включаем. Картинка будет? Да, картинка есть. Все. И пока включается, мы вот этот щиток аккуратненько закрутим. Только ничего бы не коротнуть. И еще момент. Мы сейчас не подключаем сканер отсека пальцев. Потом, после подключения сканера, надо будет обязательно телефон перезагрузить, потому что сканер работать не будет, пока не перезагрузишь телефон. Я сейчас на горячую подключить его. Так, нам будет дисплей там не крутиться нигде, вроде болты все одинаковой длины. Хрен его знает, у меня товарищ один знакомый есть, который прям при мне вкрутил болт длиннее и прям в дисплей попал. Нам этого не надо, дисплей, конечно, тут недорогой, совсем недорогой, тут цена вообще что-то 800 или 600 рублей. Прям такой дешевый дисплей. Так, ну что ж, друзья, товарищи, есть у нас картинка. Тач у нас отзывается корректно. Показывать, как я его на резиночке стягиваю, не буду. Кто не видел, любое видео до этого откройте. Там почти в каждом видео есть, где я стягиваю телефон на резиночке, чтобы они не лопнули на дисплее. Поэтому не буду, не хочу. Потом стяну за кадром. Мне просто неохота сейчас вставать за резиночками идти. Сейчас я дособираю, камеру выключу и пойду схожу резиночки возьму. Так, сканер пальца подключили. Корпус щелканули. Вот о чем я говорил, дырочка под микрофон, там у нас резинка стояла. Обратно не забываем симоток, проверяем еще раз, все работает. И пошел в перезагрузку. Так, тихо, что это было? Да, все, в перезагрузку. Сейчас клей схватился, и уже всяко проще его оттирать. Когда он высохнет, вообще будет его легко убрать. Вот такая была замена дисплейного модуля на телефоне Xiaomi Redmi 4X. Вам спасибо за просмотр. С вами был Руслан. Канал «Китай отличился». Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. До новых встреч. Пока-пока.